Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 64, тема «Молитва». Почему в молитве «Да воскреснет Бог» идет обращение ко Христу Господню, как к лицу, а не обращение ко Господу Иисусу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Неверующим это трудно и даже невозможно понять. Но в Библии неодушевленные вещи несут ответственность за участие в грехе и в правде. Уничижаются или прославляются. Бытие 3.17. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Третье царств, 13.2. «И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». Ветхозаветный жертвенник есть прообраз новозаветного креста, ибо Христос, как агнец, был заклан на кресте. Крест олицетворяет самого Христа на кресте. Колоссянам 1.2. Чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Премудрость Соломона 14.7. Благословенно дерево, через которое бывает правда.